Как я уже и сказал, сегодня у нас 164-й выпуск Energy Теста, в котором мы проверим просто Energy Citrus. Продолжаем вне очереди избавляться от энергетиков в пластиковой бутылке. И на сей раз у нас уже второй вкус СТМовского напитка. Я говорю про перекресток с его компанией Просто. Но поиск этого энергетика был совсем непростым, ибо нашел я его абсолютно случайно в перекрестке города Пятигорск, когда приехал туда в кинотеатр летом. Но не будем долго тянуть, если тебя интересует какой-то конкретный критерий, то переходи, смотри по полосочке YouTube, там все... Я расставляю все тайм-коды. А также сегодня по некоторым критериям мы пробежимся очень кратенько. И если тебе интересен полный обзор этого энергетика, то переходи в первый выпуск, посвященный энергетику просто. Как я уже и успел сказать, это СТМовский энергетический напиток компании Перекресток. Компании или магазина, точнее, Перекресток. К сожалению, продается он только там, и отсутствие рекламы — это как раз таки то, из-за чего он и стоит так дешево. Но все-таки... рекламы-то, получается, нет. И только из-за того, что это СТМ, а СТМ как-никак все-таки продвигается своей же компанией. Просто за бренд просто я ставлю этому энергетику 2 молнии из 10 за рекламу. Далее у нас дизайн. На сей раз нейросеть решила нас задобрить зеленым и желтым цветом. Все это под стать вкусу энергетика, ведь энергетика у нас со вкусом лимона и лайма. А если теперь отбросить все красивые слова, то у нас получается очень непонятный дизайн. Да, одной из фишкой компании просто или вообще любого другого СТМа это... максимальная экономия, даже на дизайне, ведь чем сложнее дизайн, тем дороже он стоит. Здесь же у нас все-таки энергетический напиток, и нужно было хоть как-то показать, что в нем таится хоть какая-то энергия, поэтому решили изобразить вот такой непонятный рисунок, и цвет меняется в зависимости от вкуса. Как я уже успел сказать, да, в связи с тем, что напиток у нас цитрусовый, со вкусом лимона и лайма, здесь у нас зеленые и желтые цвета, но все-таки... не в минус этого энергетик, потому что он и создавался специально дешевле, чтобы нам его продать. Но дизайн, мягко говоря, не очень. И заслуживает от меня лишь 4 молнии из 10. Далее говорим с вами за цену. И так как этот энергетик продается только в перекрестке, то и цену я беру только из перекрестков. А именно, сразу скажу, точно так же, как и в прошлый раз. Я тут немножко наговорю сейчас, чтобы было 10 секунд, чтобы я смог создать эпизод с ценой. Так вот, взял я этот энергетик за 42 рубля, минимум его можно найти за 39 и максимум за 50. И вот такой вот у нас ценовой диапазон, а именно 39-50 рублей. Кстати, это была цена за пластиковую бутылку объемом 0,5 литра. И таким образом мы плавно подошли к удобству данного энергетика, ведь у нас только один вид тары. Пластиковая бутылка объемом 0,5 литра, как я уже и сказал. Но дело в том, что опять-таки, ребят, это СТМ, и ему просто не нужно как-то... выпячивает себя на полках, он на всем экономит. Он экономит просто на всем, чтобы стоять на полке по максимально низкой цене. А поверьте, в сетевых магазинах это сделать ой как непросто. И опять-таки не в минус данному энергетику, но все-таки по критериям оценивания я вынужден поставить этому энергетику за удобство лишь 3 молнии из 10. Переходим с вами к составу. Итак, поехали. Вода питьевая подготовлена: сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, ароматизатор энергия, регулятор кислотности Е330, сахар, мальтодекстрин, кофеин натуральный, ароматизатор витамины премикс, витамин С, ниацин, патотеновая кислота, витамин В6, фолиевая кислота, краситель сахарный колер 4, лимон, стабилизатор Е414, Е445, ароматизатор краситель Е104, антиокислитель Е300, Е306, Е304, регулятор кислотности Е330, биологически активная добавка к пище, таурин, регулятор кислотности Е331-3. Глюкуролактон, ароматизатор киви, содержит краситель, антиокислитель Е307, лимон, лайм, экстракт растительный, кофеин натуральный, консервант бензоат натрия, комплексная пищевая добавка, зеленый, краситель Е102, 104, 131, регулятор кислотности Е330. Пищевая ценность на 100 мл напитка, калорийность или энергетическая ценность 190 кДж или 45 килокалорий энергии, углеводов 11 грамм, кофеина 30 мг на 100 мл. Все, что мне хочется сказать, это то, что состав очень сильно расписан, только лимонная кислота тут появляется несколько раз. Дело в том, что практически каждый ароматизатор и каждый краситель, они расписывают полностью, что из чего состоит. Это, конечно, их дело, но большой состав только пугает, как по мне, посетителей. То есть легче было написать ароматизатор энергия и не расписывать то, что он состоит из регулятора кислотности, сахара, мальтодекстрина. Сахар тут, кстати, повторяется тоже несколько раз. Ладно, переходим к самому интересному, это к вкусу. Но перед этим у нас цвет, запах, газированность. Так как энергетик в пластиковой бутылке находится, то, соответственно, газированность у нас будет условная, ведь он уже успел разгазироваться, хотя, может, там что-то еще осталось. Ну, что-то там шикнуло, ладно. Запах. Честно, пахнет как... очень дешевый, сейчас скажу, пародия на адреналин раш. Вот как будто что-то не с цитрусовым вкусом, а с вкусом тропических фруктов. Так, ладно, цвет. Газированность хоть чуть-чуть будет, нет. Цвет, кстати, очень интересный. Зеленый такой, слегка мутноватый, желто-зеленый, я бы даже сказал зелено-кислотный. Слегка мутноватный, газированность, ладно, условно, будет у нас сильно газированный напиток. А, кстати, о каком там газированности у нас вообще должен быть? Просто газированно написано, ладно, пусть будет у нас условно он газирован. Так, запах совсем слабенький, хотя что-то наподобие лайма вырывается все-таки. Ладно, переходим к дегустации и оцениванию вкуса, поехали. Данный напиток скорее не цитрусовый, а он почему-то мне в первую очередь напомнил домашний или просто арбузный напиток без ароматизаторов. То есть у нас есть ароматизатор арбуз, который все знают, и он сильно отличается от того, что получается, если делать арбузный напиток самому. Или где-то покупать, да, где не используют ароматизатор. Там скорее вкус идет не от самого арбуза, и не от корки, а от той границы, вот та желтая часть, который находится между коркой и мякотью. Вон там такой травяной вкус, но все равно он еще вот совсем немного сладкий, и вот на это похоже. Далее в послевкусе идут какие-то, как очень дешевая пародия на спрайт или 7up. Только дело в том, что заявлен цитрусовый, вкус цитрусовых, лимон, лайм. Да, то есть не апельсин, не мандарин, не помело, не грейпфрут, а именно лимон и лайм. И тут кислинки практически нет, хотя она здесь была бы идеально в тему. Была бы тут кислинка, это был бы очень вкусный напиток, который я бы рекомендовал. Сейчас же получается, что это напиток со слегка непонятным вкусом, но в принципе можно, поразмыслив, понять, что именно ты чувствуешь. Но дальше идет что-то вот как-то не очень. Но если так подумать и отбросить все какие-то сложные мысли, то напиток также, скорее всего, напоминает лимонад, обычный лимонад, то есть не газированный, а лимон с водой, но в который добавили столько сахара, не переборщили с сахаром, но просто добавили вот так много, что кислота практически перестала чувствоваться. Сам вкус напитка мне нравится, но мне не нравится то, что возникают какие-то непонятки. И за вкус этому напитку я поставлю 7 молний из 10 за вкус. И с энергичностью я знаю все-таки, что будет, но проверим сегодня также на ночном методе. Позже с вами встретимся, и я вам все расскажу. Итак, настал следующий день, и настало время подвести итоги энергетичности. Пересмотрев старое видео, я понял то, что как-то странно я в прошлый раз выразился, и даже подставил под сомнение свои слова, правильно ли я тогда все это сказал. Но сейчас я готов подтвердить то, что да, на самом деле все так, короче, и было. И если вы не видели прошлое видео, то рассказываю, в чем дело. Энергетик действует нормально, как обычный энергетик за недорогую стоимость. Для меня, именно на мне, такой же эффект примерно по времени оказывает, например, Торнадо. Только вот дело в том, что этот энергетик очень резко дает тебе энергию. То есть дело в том, что у меня даже в какой-то момент началась паника, чувство тревоги. Мне стало, ну я не знаю, я вот стою, вроде все хорошо, все спокойно, но у меня трясутся ноги, у меня трясутся руки, я сел, у меня трясется все тело, странно. Но тем не менее энергетичность была, и нормально мыслить, если вдруг кому-то нужно подтверждение этих слов, все это я мог, все было нормально. Досидел я до 2 часов ночи примерно, и в это время очень резко, ну минут за 20 до того, как я лег спать, очень резко бодрость начала превращаться в дикую усталость. Я начал очень сильно хотеть спать и вырубился практически моментально. Таким образом, у нас есть эффект временной, то есть 2 часа ночи предел примерный, по крайней мере, на мне, еще раз говорю. Но плюс непонятки вот с этим вот чувством паники и резкой потом усталостью. И таким образом 7 молний из 10 за энергетичность. Подведя краткий итог, стоит помнить то, что все-таки этот энергетик вот конкретно направлен на то, чтобы быть супер дешевым. Но если вот кошелек прям очень сильно давит, вы там, не знаю, выбираете самую дешевую лапшу, самые дешевые специи, если у вас вообще есть деньги на специи, и тут вы понимаете то, что у вас остаются какие-то деньги, и вы хотите энергетик, но по скидке ничего нет. Хотя странно, я бы сказал, типа, такого практически нет, что скидок в Перекрестке практически нет. Но сейчас вспомню то, что в Ленте у меня нет ни одного энергоса по скидке, который стоил бы меньше 50 рублей. Обычно там продается Торнадо, иногда горилка стоит дешево, но вот сейчас я помню, ходил туда буквально позавчера, и там кроме просто Energy больше ничего не стоит дешевого. Ну, наверное, в таком случае, да, стоит на этот энергетик обратить внимание. Но, в принципе, на этом все. Если вам понравился обзор, то ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Не забывайте то, что первая ссылочка в описании будет ссылочка на донат. Кто поддержит канал донатом, буду очень благодарен. А всем спасибо, всем удачи, до встречи, пока!